Анонс и точная дата выхода 21 и 22 серии нового сериала «Я отрекаюсь». 21 и 22 серии сериала выйдут на СТБ 7 июня. Ранее мы увидели, как у Влада Романенко ждет шокирующая новость – его отца убили. Несмотря на то, что Влад ненавидел папу из-за его криминальной жизни, парень все равно тяжело переживает потерю родственника. Людмила, сестра Влада, столкнется с вопросами наследования бизнеса Клима. Теперь на ее плечи ложится империя ее отца, а вместе с ней и враги Клима. Согласится ли женщина стать новой королевой бандитского мира? И кто на самом деле убил Клима? Все это, а также новое расследование особого отдела, мы увидим уже в новых сериях сериала, которые продолжат выходить на СТБ 7 июня. Если вам нравится сериал, ищите выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будьте в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.